Итак, сегодня снимем вторую серию про церковь, которую перевезли в деревню Верхние Мандраги из села Сидозеро Подпорожского района. Еще раз оговорюсь, церковь эта снималась широко известным, ну, по моему мнению, в клипе от Авьё «Войдусь, ой, Маруся». Вот так выглядит Мандраги осенью. Все та же усадьба. В убранстве осенних дерев и кустов. Вот на том берегу в сени дерев проступают очертания церкви. Напомню, строится она здесь второй год. Точнее, не строится, а восстанавливается. Приближаемся к парому. Праворный. Вот хотели достопримечательность природная посозерцать. Не сюда. Наш двигатель вечный, если его кормить. Пароходик называется «Ласточка». По времени дольше. По корням там ноги ломать. Миш, газуй, с шиком подъедем. Ветерком. С треском. И тут такое началось. Стоит тетя. Но это еще не все. А тут у нас дядя. Вот, собственно, пришли. Вот теперь в таком виде эта церковь. Вот там часы дорогие и так далее. Но мы должны понять одну простую истину, что церковь – это мы. И нет разделения между священником и прихожанином. Церковь – это единое целое. И когда плюют в сторону церкви, плюют в том числе и на каждого человека, который носит Христа. И мы это должны хорошо понимать. А если мы это понимаем, должны быть с вами сильными духом. Царю небесный, утешителю души истины, и же вместе с вися исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди все вися в ты, и очисти от всякие скверны, и спаси. Thank you.
Боже, пришествие мое к